Перед выступлением Леонид Сергеев предупреждает: «В моих песнях нет ни слова фальши, все из жизни». Известный бард говорит, что почти полсотни лет поет о том, что видит вокруг, но пропускает увиденное через себя. И вот новое пропущение о войне. И воздух рвут лихие музыканты, и небо недалекое светло. Мы не герои, не оккупанты, мы просто те, кому не повезло. Песни, любимые миллионами, он привез в Сызрань на встречу, посвященную 70-летию Владимира Тарасова, одного из старейшин местного клуба бардовской песни «Подснежник». Я сам не играю, не пою, но я здесь учился в машиностроительном техникуме, это были 60-е годы. Вот. Группа у нас была очень дружная, мы много времени проводили, значит, в походах, а если походы, это обязательно гитара. Без гитары никак. Они познакомились на Грушинском фестивале, где Леонид Сергеев в 70-х годах впервые стал лауреатом. С тех пор он написал сотни песен, преимущественно на свои стихи. Сызранцы подпевали и просили исполнить «Последний парад» и «Городской романс». Он пел даже про зомбированных поклонников социальных сетей. Не знаю, у меня нет такой программы, что вот я заготовил там столько песен, вышел, как тарабанил, опять сел кушать салат оливье. Нет. Что Бог на душу положит? А народ вокруг милый, мирный, прекрасный, и он располагает. В Сызрань он приезжает из-за друзей. Леонид говорит, в наши дни дефицит хороших людей ощущается очень остро. И все реже в его новых песнях появляются веселые сюжеты. Конечно, это более философские, более хочется верить, более мудрые песни. И если раньше смех был, то сейчас вот так. Нюансы. Да сыграй нам, парень, чтобы стало душно, чтобы стало больно от струны тоски, чтобы на минуту отлетели души в край, где только дети или старики. Каждая его песня словно маленький спектакль. Он играл голосом и мимикой, а получалось, что целый час играл струнами души. Анатолий Волошинский, Евгений Воронов, «Вести детально».